Челябинских педагогов и студентов Африки объединил Пушкин. Делегация преподавателей педуниверситета провела месяц в Мали и Сенегале. Кандидаты наук и профессоры обучали русскому языку местных студентов. Многие ученики с трудом могли связать по-русски несколько слов, но, на удивление, практически каждый знаком с творчеством Пушкина. Очень сильно они восприняли, вы знаете, даже как-то неподдельно его гибель, особенно от рук француза, горевали, как же это так, как же это так, что такое дуэль, тоже пришлось рассказать, потому что в африканской культуре такого нет. Страны Южной Африки с просветительской миссией посетили 4 преподавателя. В общей сложности в поездке они провели 1,5 месяца и вернулись только вчера. За это время педагоги должны были научить читать местных студентов. Когда мы разговаривали с ректором и президентом этого университета, они попросили, чтобы мы их научили читать. С той целью, что когда они приедут в Россию, как вы видите, да, это все нацелено на то, когда они приедут в Россию, они могли бы хотя бы прочитать надписи в аэропорту. Знакомство с русским языком организовали для студентов разных специальностей. Для ребят это возможность глубже изучить медицину и сферу IT. И неудивительно, что вот африканские коллеги наши, они с энтузиазмом отнеслись к нашему предложению о сотрудничестве, в данном случае с нашим университетом. Но уверен, что это сотрудничество только нашим университетом не ограничится, потому что они проявляют интересы другим высшим учебным заведениям, как Челябинской области, так и Российской Федерации. В следующем году педагоги намерены пригласить студентов Африки на обучение в Челябинск. И уже тут начать углубленно изучать русский язык.